Наверное, сегодня не пройдем. Попали в колею. А, тут накатанная дорога. Хватит на сегодня. О, Петрович, давай. Да ты че? Угу. Все. Да какой ты, блядь, пятую втыкаешь? Первую потихоньку. И пошел. Значит, там все нормально, говорит, идет машина. Че, Петрович, идет, не эта машина? Идет. Это еще ты блокировки, да, не включал, не спускался? Какие? Есть-то что? Ну там, если там как-то включается, надо почитать инструкцию. Там же книжка была где-то. Все, ладно, пацаны, давайте, всем удачи. Покупайте нормальные автомобили, короче. Да, да, парни, погодка, конечно, пиздец, пиздец, я согласен. Андрюха, даже на полном приводе мне тяжело лучше идти, блядь, с блокировками, со всей хуйней, поэтому, блядь, тебе не завидую. Ну, глянь, пробивает, пробивает. Знаешь почему? Потому что ты сильно жмешь, у нее нет. Серег, тоже на второй, но так потихоньку, потихоньку, а то ты дал газа сильно.
Ебать, что он делает, бля? Снимаешь, да? Да. Да, да. Давай. И фотки тоже есть. Еще можно? Ох-ох-ох-ох-ох, бля. Вот сейчас сани надо отсюда потянуть бы. Вот сюда? Да, она выровнялась чуть-чуть, перекос. Я говорю, вот за эту тянуть, и нормально бы она пошла, а не так. Так она сейчас упирается просто, видишь? Лебедка подтянила себя. Я проходил вот там, видите, Дима. А вот туда и вот так вот, да. Да не, он там в гору не возьмет. Все, надо вперед вот сюда. Не, он там выйдет, да хер он там выйдет. Да ну ты что, смеешься что ли? Не-не-не. Все, осталось преодолеть вот эту горочку. Вот эту горочку. И все. И в принципе все, едем домой.